детскую историю. То есть он, вот чтобы вы поняли, у него шансов вообще не было стать бриллиантом. Да, друзья, добрый день. Меня зовут Виталий, да, приехал я из Ярославля, точнее, в пригороде Ярославля. Вот, ну, это небольшая такая населенный пункт. По паспорту это деревня, поэтому, ну, фактически, да, если взять открыть паспорт, то я из деревни. Образование у меня всего 9 классов, то есть у меня нет никаких там высших образований и так далее. Профессия электрик, то есть после 9 классов я выучился на электриков, по армии, ну и потом обычной жизни жил, то, собственно говоря, там ничего интересного не было. Вот, и на самом деле моя история, она немножко больше не про деньги, наверное, а про время. То есть, ну, про то, что здесь можно много заработать денег, да, уже много раз доказали, показали, доказали, много людей выходило, но в моем случае где-то лет 7 назад у меня немножко другой эффект произошел, я хотел очень много времени, свободного времени для того, чтобы его посвящать на то, что я хочу. Вот, и поэтому этот бизнес я больше стал делать на самом деле из-за времени. И в моем случае, да, я немножко перефразирую вот про в 5 раз там проще заработать, я могу сказать, что данный бизнес дает возможность зарабатывать те же деньги, ну, аналогичные деньги, которые можно зарабатывать в других компаниях, тратя на это в 5-15 раз меньше времени. То есть поэтому для кого именно важно время, вот мой пример, это когда я на сегодняшний день реально уделяю этому бизнесу, как вот прям там Баренди Гейдж и так далее, да, там 2 часа в день, 7-10 часов в неделю, иногда даже, наверное, меньше. И при этом зарабатываю деньги, ну, на которые можно в Ярославле себе спокойно жить. Конечно, там не быть олигархом, но там 100-150 тысяч рублей в месяц для Ярославля это очень даже неплохо. Ну, я думаю, возможно, скорее всего, да, этот период немножечко пройдет, потому что, знаете, когда очень чего-то сильно хочешь, ну, например, сидишь на зарплате в 30 тысяч рублей, и вдруг она тебе становится 100 тысяч, да, какое-то время немножко сначала даже не веришь, там, где-то начинаешь откладывать, там, месяц, второй, третий, и там через какое-то время, когда ты, ну, уже понимаешь, да, осознаешь, что эти деньги, они будут заходить всегда, ты начинаешь к этому относиться по-другому. Вот у меня то же самое сейчас со временем, то есть я за год вышел на вот эти результаты, да, когда я фактически могу тратить там несколько часов в неделю всего лишь на этот бизнес и зарабатывать там в 5 раз больше, чем средняя зарплата по Ярославлю. Сейчас у меня, наверное, тот период начался, когда я вот, ну, как бы в это пытаюсь поверить, осознать, что у меня действительно это есть, и оно теперь будет всегда. Ну и наступит момент, скорее всего, он наступит, когда я пойму, что это теперь есть, и можно двигаться дальше, и тогда, скорее всего, да, я буду уже это делать, ну, скажем так, из-за больших денег и пойду уже к большим результатам. Вот это вот что касательно такой истории. Но касательно того, что сейчас сказал Андрей про бизнес в интернете на земле, да, здесь 100% согласен однозначно. То есть если бы вот это вот все не происходило, делать бизнес только в